чудесный микроавтобус с кондиционером везет нас на остров Коланта. Ну, поела? Хорошо себя чувствуешь? Спать хочется? Мы грузимся на паром. Дальше мы поплывем на пароме. Итак, мы приехали. Вот есть мопедики. Для ренты вот это наш гестхаус. Бай-бай! Водитель привез нас в черте на куличке, абсолютно бесплатно. Билет стоит 350 бат за человека. И везет он в любой отель, в который вы только захотите. И вот мы приехали, и мы тут. И мы идем заселяться. Good day! Номер такой пустоватый, зато есть холодильник, есть чайник, телевизор, который совершенно никому не нужен. И кондиционер, вот то, что самое важное. Высокие. Да, потолки на самом деле высокие. Вот. А что самое главное, что здесь до моря 1 минута ходьбы. И стоит такой номер. А, там еще душ есть у нас, да? Да. О-о-о. И два мыла. Целых два мыла. Душ, даже с горячей водой.
Ну что ж. И муравьи. И там, за ну, муравьи тут везде. Вот. И такой номер с кондишкой стоит, я вам скажу, всего-навсего 200 бат в сутки. Я дешевле еще такого ничего не видел. И... Ага. Окей. Окей, 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 no problem. Окей. И мотобайк мы взяли, и мотобайк стоит 150 бат в сутки. Ну так вообще очень дешево, на самом деле. Очень сильно дешево, настолько дешево, что даже вообще не верится, что так дешево после этого пхи-пхи, после Пхукета. Да? Ну как ты себя чувствуешь? Хорошо.